Место встречи всех сладкоежек – патиссория. Это отдельная кондитерская при отеле. Как называется вот это пирожное? Профитроль. Профитроль. Очень вкусное. Мы попробовали. Изумительный вкус. Просто крем нежнейший. Безе очень нежное. Тоже мы попробовали. Вот эти пирожные обалденные просто. Ребятки, настолько большое разнообразие, выбор изумительный. Кстати, вот это тоже очень вкусное. Сочетание шоколадного вкуса и малиновой прослойки, то есть сладкое с кислинкой, дают очень приятное послевкусие. Ну, конечно, мы взяли чай и кофе. Кстати, очень вкусный здесь кофе турецкий. Обязательно приезжайте и попробуйте. Здесь в кондитерской широкий выбор мороженого. С трудом выбрала шоколад и манго. Ну, вообще, это все очень вкусно. Мы уже попробовали. Вот это, пожалуй, то, что больше всего мне нравится. Сейчас буду обжорством заниматься. Ну, вот оно, это то самое безе, которое воздушное и шикарное. Сейчас попробуем. Ребята, вкус детства просто. Обалденно. Тает во рту. Оно небольшое. Ну, очень вкусно. Рекомендую, если вы будете здесь отдыхать, обязательно попробуйте это безе.